Андрюх, привет. Привет. Ну что, пойдем выберем продукты для нашего ужина. Я изначально планировал готовить моти из клубники, но клубника, но клубника сейчас, не видимо, сезон, не сезон, вкусная, да. Невкусная, поэтому будем готовить моти из мандаринов, из острова Чеджу. В Корее есть остров, называется Чеджу, его называют островом мандаринов. Там выращивают мандарины, такие, гибрид мандарина, апельсины, камни, очень вкусные. А можно, да, выбирать? У нас порции небольшие, поэтому нам нужны среднего размера, 15. Потому что у нас где-то 9 курсов будет. И вообще в целом в Азии там порции маленькие. Черемша. Черемша? Да. Знаешь черемша? А? Не пробовал? Я пробовал в маринованном виде. Я понял. Чеснок, что ли? Ну, как чеснок, да. А-а-а. Кайфовая штука. Открыл для себя черемшу.